Так, что-то у нашего работяги случилось. Непонятно. Пустые коробки. Банкрот. Вот оно что. Я думаю, что у нас случилось-то? Он, оказывается, обанкротился. Он сидит. Опа. Вся конечность тут ползает. На! Ого. Ты гляди, говорит, убил нечисть, получил бабло. Хм, есть идейка. Вот она идейка, друзья мои. Ого. Привет, босс. Давай-ка развлечемся, поохотимся на монстров и немного подзаработаем. Я нисколечко не возражаю. А, кликать надо. Ого, чудесно. Купи новый геройский завод, чтобы начать. Новый завод. Так, выходит головорез. Ага. Ты помнишь, мы как-то давно в нее играли. Начинали играть, а потом почему-то перестали. Я не знаю, с чем это связано. О, нет, твой герой пал. Ну, не беспокойся, ты можешь произвести новых. Касайся завода. Так, касаемся завода. И... А, ну, понял. Босс, турборежим активирован. Посмотри на скорость производства, чудесно. Давай на этот раз модернизируем завод. Так, модернизируем завод. Модернизируй завод головореза до 10 уровня. Так, понял. Есть. Ого, чудесно, завод головореза эволюционировал. Эволюционировал завод, будет производить более сильных героев. Босс, стоит поднакопить золото, чтобы купить новый геройский завод. А сколько он стоит? Завод головорезов должен достигнуть уровня 25. Так, модный кабан. Нифига себе, босс уровня. А этот-то что там с курицей на голове? Че? Так, подожди, может быть, мне нужно модернизацию делать? У меня не хватает голды. Так, давай еще. О! Ого! А-а-а, завод героев уровня 2. Да не надо мне это. Так, дополнительная награда. Так, мы получили с тобой уровень 2. Сколько нужно? 1000 монет? Слушай, в принципе, это не проблема. 1000 монет, это уже... Ну, прямо сейчас мы с тобой получим. Купи, что, заводской подвал? Так, подожди, заводской подвал. Вот сейчас куплю, вот. О, прибыл новый герой с подарками. Королева охоты. Так, ты получаешь золотую шестеренку. Открыт новый контент. Ну-ка. Что это такое? А, весь доход увеличивается на 2. Чудесно, золотая шестеренка может увеличить твой доход. Я уже понял. Кстати, это лучники у нас уже. Так, тихо, не буяним. Так, завод королевы охоты должен достигнуть 10 уровня. Ну давай. Есть. Улучшили. А, лучники у нас сверху, да, бомбят? Мы получили с собой 3 уровень. Открыт новый контент. А что такое кубок? Улучшить головореза. Так, забираем. Убивайте енотов потаскунов 9 штук. И достижение. Забираем. Ну, пока... Ого! Ого, он там бомбашит. Тихо, парень. Так, нам нужен завод героев 6 уровня. Погоди, а как нам сделать... А как нам сделать завод героев 6 уровня? М? Вот, наверное, да? Фига, мы там денег получаем с тобой миллионами просто. Эть. Так, улучшили. С курицей на голове. Забираем. Так, мы получим сейчас уровень, по-моему. Да, 4 уровень, ребят. И что тут? Открыть новый контент.
Босс, на карте мира можно получать навыки или награды за рекламу. Оу. Фаербол. Босс, ты можешь изучить новый навык. Первый навык — это мой подарок. Да? Робо-король? Щелк-щелк, ляск-ляск. Призывает робо-короля легендарного гигантского робота. Ого, тебе удалось изучить навык. Давай-ка используем его. Надеть. Так. Босс, что это? Я чувствую поток маны. Воу! Босс, попробуй использовать новый навык. Ну-ка. Ого! Отличные навыки. Ману можно восстановить с помощью подарка феи. А еще можно подождать немного. Фига он там бомбит, смотри. Просто лупашит. Я 5-й уровень уже получил. Фея там какая-то летит. Фига. А что фея делает? Так, восстановление манны. Забираем подарок. Буст форевал. Блин, робот был прикольным чувачком. Так, ну что у нас там дальше идет? Нам нужно получить с тобой 6-й уровень, да? Да. А я пока, наверное, сделаю модернизацию. Так. Головорезы у меня. А вот это что такое вот это вот? А, это же турбо у нас, все. Слушай, так и здесь тогда турбо надо сделать. Нормально? Нормально. Так, это забрали. Тут пока еще недоступно. На, по морде. Правильно, всех в хлам. Нефиг тут. А что так быстро закончился буст у вас? Авто включить. Это включено или выключено? Непонятно. Так, забираем. Слушай, а самоцветы, они нафиг нам нужны? Так, мы, кстати, 6-й уровень сейчас получим с тобой. И откроем новый завод героев. Ага. 6-й уровень, ребята. Так, новый контент. В лавке можно получить более мощное снаряжение. Раз в день можно выбирать бесплатно. Так. Щит и меч вора. Ого. Босс, опробуй новое снаряжение для головореза. Теперь ты можешь использовать меню управления заводом. Так, управление. Так, оружие. Инфо. Надеть. Крутое снаряжение. Сменить снаряжение можно в меню управления заводом. Так, это вот у нас было обычное, да? Однозвездочное. Теперь у нас двухзвездочное. Полировка оружия. Увеличивает атаку на 50%. Стихия оружия яд. Нормально так. Я доволен. Так, а здесь можно что-нибудь? А здесь нету ничего. Так, мы можем здесь, ребята, за... Нам не хватает немножко денег. Достижение. Так, ну сейчас, я думаю, получим мы. Давай вызовем робота. На тебе. Сто тысяч фея. Понятно. Ну. Сто тысяч накопили, ребят. Так, выходит мастер клинка. Ого, мастер клинков принес тебе в подарок турбо-бустер.
Так, бустера. 30 минут бустер добавлен. Нифига себе. Оу, такие ниндзи. Слушай, они уже под бустом сразу же идут. Видите, под бустом, все под бустом. Левел 7. Так, поздравляем, достиг уровень 7. Ты получаешь особый подарок. Я его все равно купить не могу. Теперь нам нужно с тобой уровень 10 получить. Понимаешь? А, вот чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Так, фея, не нервируй меня, фея. Ты все равно только за рекламу. Так, мы уже с тобой на 28 этапе, я так понимаю, да? 28 этап. Вот сейчас 28. Да. Сейчас будет 29 после 4 волн. Пока у нас все идет хорошо. Кстати, и 8 уровень сейчас уже получим. Так, может быть, модернизацию пока сделать? Максимальное качество камней зачарований каких-то. Открыт новый контент. Глянем. Босс, здесь можно зачаровать снаряжение. Давай изготовим камни зачарования. Из двух камней одного уровня можно сделать новый камень более высокого качества. Ты просто чудо, босс. У тебя получилось просто невероятный камень зачарования. Я чувствую его силу. Этот камень зачарования сделает твое оружие еще сильнее. Попробуй зачаровать оружие. Так, сюда. Зачарование плюс 3. Оу, да. Еще раз. Нифига. Слушай, нормально. Камни можно получать при уничтожении монстров и повышении уровня геройских заводов. Босс, продолжайте зачаровывать снаряжение, чтобы улучшить свой геройский завод. А если я так сделаю? Опа-на. Так, друзья мои, у нас новый камешек. Шикардос. Обильный камень. А ну-ка. Зачарование 32. Но это рекламу нужно смотреть. Ну почему? Сюда. Давай бесплатно. Еще раз. Во. Ух, ё-моё. Нормально. Смотри. Атака 900%. Серьезно? 900% атака. А вот, ребята, и 9 уровень. Так, восстановление маны у нас произошло. Так, ну что, модернизируем. А, вот чуть-чуть не хватило. Прикиньте, совсем маленько. Ну давай, там 149, это в принципе не проблема. Причем здесь некоторые, видишь, как ускоренные, какие-то улучшенные. Этот с курицей. С курицей, по-моему, трус или предатель. Так, что у нас там? У нас 39-я волна. Робот, выходи. Будешь нам помогать. Так. Головорез должен достигнуть уровня 75. А он у нас 52-го, да? Сейчас попробуем прокачать. Такие, вау, с клинками. Так, может быть, буст?
А буст он идет бесплатный. Да? Угу. Пошло дело. Буст. Тут мы можем еще сами кликом помогать. Так, совсем немножко до 10 уровня, ребят. После 10 уровня. Так, что тут? Ух ты. Так. Сюда, сюда. А больше никак, видимо, да? Ну давай, поехали. Зачарование. Опа! Шикарно! Нифига себе! Обалдеть! Прокачка! Топовая просто! Железный шлем, давай бесплатно! Опа! Нормально! Солидно! А вот это вот что у нас тут? Так, за награду испытание босса. Это нужно 50 уровень иметь, 200. Выберите навык. Ну, например, Эльдорадо. Купить том навыка. Эльдорадо. А что она дает-то нам? Так, уносит тебя в Эльдорадо. Край золота. Мы будем неприлично богатыми. Это как так? Это как? Ну-ка, проверим. Так, у меня еще камни. Откуда еще-то камни взялись? Непонятно. Прокачиваем. Ух. Топово. А вот и 10 уровень, друзья мои. Новая клетка для камня зачарования. Ага, вот оно что. Ну-ка. Сколько? Сколько? 100 миллионов? 100 миллионов? Это и есть лавка Эльдорадо? Надо было, блин, под ускорением бомбить-то. А не просто так. Это у меня только будет 3 миллиона, ребята. А тут нужно... 100 миллионов, прикинь? Да. Блин, у этих вот ничего нету. Привет, ты разработчик игры, да тебе нравится играть? Да, она жутко крутая. Ого, приятно слышать. Если так, напиши, пожалуйста, отзыв. Не хочу. Спасибо, приятного дня. Карта приключений, ребят. Босс, на этапе 100 скрывается навык. Победи босса, чтобы изучить новый навык. Босс, все сведения о ваших приключениях сохраняются здесь. Не забудь забрать и остальные награды. Теперь забери этот ящик снаряжения. Какой? Так, монета оружия какую-то взяли и обычный ящик. А, вот оно как, это типа древо у нас получается, да? И дополнительная ячейка для камня. То есть, соответственно, мы с тобой сможем теперь получше прокачать. Ага. Так, так, сюда. Сюда и все. Здесь забираем награду.
Ох, я 100 миллионов буду копить вечность, мне кажется. Нет такого ощущения. Вот ты прикинь, это только 6 миллионов. Так, отлично, босс, у тебя есть как минимум 3 монеты снаряжения. Ну, есть, да. И... А, улучшение. Оу, вот оно что. Вот это я уже понимаю, ребят. Полировка оружия увеличивает атаку на 50%. Можно еще улучшить, да? А, 9. Друзья мои, нужно уже 9 монет, чтобы улучшить. Вот оно что. И тут 9. Ну, а для мечников, ой, для лукарей не хватит, да? Нет, тут 3. 3 монетки для улучшения. Так. Вот представь, сколько мне нужно, ребята, здесь бомбить. 10 лямов. Это на ночь надо оставлять, ложиться спать. И на следующее утро у тебя будет 100 миллионов. В лучшем случае. Наверное, так. Ты забываешь, что уровень-то растет. Уровень-то растет у нас каждым разом. Да. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, мы закончим играть в эту серию. Надеюсь, вам игра понравилась. Если что, пишите об этом в комментариях. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.